Добро пожаловать в Куамар, опасный регион на Среднем Востоке, находящийся у границ Ливии и Сирии. Сюда не ездят с экскурсиями. В роли Рейвена, наемного снайпера-убийцы, вам предстоит убить президента Биби Рашида и помочь стабилизировать политическую обстановку в регионе. Судя по разведданным, вас ждет 21 смертоносный контракт. Вы посетите 5 разных регионов, пытаясь остановить террор Рашида. К тому же вы получите доступ к самым мощным снайперским винтовкам современности. С их помощью можно снимать врагов с невероятной точностью на расстоянии более 1 километра. Отрегулируйте дистанцию. Сделайте поправку на ветер. Определите траекторию полета пули. Сделайте вдох и спускайте курок. В яблочко. Изучайте местность, Рейвен. Попадание в голову, конечно, шикарно, однако это не всегда лучший способ решения проблемы. Нужно действовать умно и осторожно. Предохранительные коробки можно ломать, а сигнализации на машинах активировать. Можно и что-нибудь уронить на голову врагу. Используйте окружение, чтобы сбить с толку врагов и получить преимущество. Что же касается арсенала, то он еще никогда не был настолько разнообразным и смертоносным. На выбор огромное количество пистолетов, штурмовых винтовок и дробовиков. Причем каждое оружие можно модифицировать в зависимости от задания. Любители более продвинутого оборудования получат немало гаджетов, а заодно видов взрывчатки на любой вкус. Рейвен, не сомневайся, твои цели будут серьезно охраняться, и тебе придется подумать над тем, как до них добраться. Иногда придется проникать на территорию врага. Дрон поможет разведать командный пункт и отметить всех противников. Ну а тихие убийства — твой лучший друг при условии, что вы сможете подобраться достаточно близко. Метательные ножи, газовые гранаты и даже тактический лук — все это пригодится для бесшумного проникновения. Впрочем, на просторах Куамара не обязательно быть одному. Турели, расставленные в правильных местах, станут смертоносными помощниками. Миссии можно выполнять разными способами, а за выполнение всех заданий во время вылазок предусмотрены награды. Открывайте новую экипировку, прокачивайте навыки, используйте окружение. Вы выбираете стиль прохождения. И не спешите, когда наконец-то доберетесь до своей цели. Вам потребуется лишь один выстрел. Станьте призраком.